Всем привет! Вы на канале Саша Мамаша. И сегодня я хочу рассказать вам, как сделать вот такой простой, красивый и выглядящий естественно завязанным бант из атласных лент. Если вам это интересно, оставайтесь на канале. Первое, что нужно сделать, это отрезать 4 куска ленты длиной 40 сантиметров. И теперь отрезаем еще 2 куска ленты длиной 10 сантиметров. Теперь маленькие кусочки поводка отложим в сторону и возьмемся за 2 большие куска. Далее мы берем и отмечаем середину куска, складываем и делаем небольшой такой залом, просто чтобы нам было визуально легче дальше работать. Теперь складываем ленту вот таким образом. Берем иголку . Делаем закреп и просто прошиваем мелкими стежками. Закрепляем, делаем то же самое со второй лентой. Здесь уже смотрим, чтобы было одинаково. Чтобы ленты смотрели, сложение лент смотрели в одну сторону. Закрепляем . Получается вот такой вот бантик. Теперь это, не отрезая иголки, откладываем. Берем эти ленты . Срезаем концы под 45 градусов. Thank you.
Вот, теперь смотрим. Где у нашего банта будет верх? Я думаю, что вот так. Присобираем и одновременно заводим их за бантик. Теперь несколько стежков, чтобы закрепить. Теперь берем эти кусочки. Подгибаем края ленты внутрь, завязываем узелок. Теперь формируем красивый узелок. Узелок надо сделать таким, чтобы он соответствовал размеру банта. Вот, чтобы он был небольшой, не маленький, а чтобы вот так создавалось такое впечатление, что бант просто завязан. Просто взяты ленты и завязаны. Но если вы просто возьмете ленты и завяжете, то, конечно, такой красивый бант у вас не получится. Вот, сформировала я узелок. И теперь сюда закреплю клеевым пистолетом. Можно еще подхватить вот здесь вот ниткой, для того, чтобы ленты больше лежали вниз. Вот если посмотреть вот так на бант, у него ленты выворачиваются наизнанку. Я хочу, чтобы ленты лежали вот так. Поэтому немножко можно их вот здесь вот так прихватить. Теперь берем вот так. Вот так. И вот так. Угу. Вот. Сначала лучше закрепить нижнюю часть, а потом сверху вот этой закрепить, чтобы сверху не торчал вот этот вот кончик. Вот такой получился бант. Он получается объемным. Если вы просто выложите ленты, ленты будут все равно лежать плоско. Они будут вот так вот лежать. Это будет не очень красиво и неестественно. А когда вы так их прошиваете, то бант выглядит естественно. Узел. И такое ощущение, будто бы вы просто связали две ленточки. Это у меня большой бант. Я сделала этот бант для украшения юбки туту на талию. Но можно делать по такому же абсолютно принципу маленькие бантики для заколочек. Здесь у меня то же самое, только 4. Сделаны 2 ленты, потом еще 2. И они тоже сшиты между собой. Точно так же сделан узелок и на заколочку. Вот такие получаются бантики. Очень красивые и естественные.
Если вам понравилось мое видео и было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вы были на канале Саша Мамаша. Всем пока!